схеме получения налогового вычета при покупке и строительстве жилья ожидаются изменения. Законопроект, подготовленный Госдумой, в целом уже получил поддержку Минфина, но с такими оговорками, которые делают новшества невыгодными для российских мегаполисов, в первую очередь для Москвы и Санкт-Петербурга, а также для тех городов, где квартиры в цене. Сейчас при покупке или строительстве недвижимости налоговый вычет можно получить только один раз – причем с суммой, не превышающей 2 миллиона рублей. То есть максимально вернут 260 тысяч. Это 13% от 2 миллионов. А при покупке жилья по ипотеке дополнительно можно получить еще вычет со всей суммы процентов по кредиту. В планах потолок в 2 миллиона, с которых можно получить вычет, оставить. Но разрешить получать вычет несколько раз, пока не будет использована вся полагающаяся сумма в 260 тысяч. Это выгодно жителям тех городов, где недвижимость стоит относительно недорого. Для жителей Ноябрьска, где скромная однушка в капитальном исполнении оценивается в среднем в 2,5 миллиона рублей, в принципе, в этом вопросе ничего не меняется. И единственное, кого из ноябрьцев эти новшества заинтересуют, это тех, кто платит ипотечные кредиты. Здесь размер вычета, который можно получить с процентов по ипотеке, возможно, будет ограничен суммой в 1,5 миллиона рублей. А это значит, кто в ипотеку взял большие суммы, 3-4 миллиона и выше, в деньгах опять же проиграют. А выиграют, возможно, те, у кого в ипотеке меньшие суммы.